Сегодня официально вступила в должность новый губернатор Тульской области. Регион возглавил Алексей Дюмин, одержавший уверенную победу на выборах минувшее воскресенье. Он участвовал в них как самовыдвиженец, и за него проголосовали более 84% избирателей. Во время инаугурации Дюмин торжественно принес присягу, пообещав соблюдать законы и служить народу. В ближайшие 30 дней предстоит сформировать новое правительство области. Цели мы поставили вместе. Собрали все самые важные, чувствительные для людей проблемы, определили конкретные пути их решения и сформировали реалистичную и объективную программу действий. Расцениваю результаты прошедших выборов, прежде всего, как решение жителей нашего региона доверить мне выполнение данной программы, а также как их готовность активно участвовать в ее реализации, претворять в жизнь все, что мы вместе сообща наметили. У власти на самом деле один приоритет – благополучие наших людей. А обеспечить его можно лишь через обратную связь, постоянный диалог. И сегодня же церемония инаугурации прошла в Туве. Там в должность главы региона вступил Шалбан Караул. Кандидата от «Единой России» на выборах поддержали 85 с лишним процентов голосующих. Он поблагодарил избирателей за активность и пообещал, что новый кабинет министров республики будет сформирован на открытой конкурсной основе.